Всем привет! Сегодня просто и без всяких заморочек приготовим вкусный обед. И для него я уже подготовила некоторые продукты. Здесь у меня одна морковка, порезанная соломкой, одна луковица, порезанная кубиком, и 500 грамм грибов шампиньонов, вот так вот крупно порезанных. Теперь ставим на огонь сковороду без масла, разогреваем немного, выкладываем грибы. И периодически перемешивая, тушим до выпаривания всей жидкости от грибов. Жидкости всегда получается достаточно много. Видите, я просто увеличиваю огонь до максимального и выпариваю ее. После этого добавляем достаточное количество растительного масла. У меня 80 грамм. Сюда же лук порезанный. Морковку. И иногда перемешивая, немного это все обжариваем. Сильно зажаривать, конечно же, не нужно. Примерно вот такие овощи у вас должны получиться. Выключаем огонь. Дальше потребуется форма для духовки. У меня вот такая стеклянная, овальная. И идеально, если она с крышкой. Но если у вас нету, то ничего страшного, просто прикроете фольгой. Теперь в нее я выкладываю чашку хорошо промытого булгура. Булгур также можно заменить на гречку. Тоже очень вкусно. Специи, конечно, берите по вкусу, которые любите, либо которые у вас есть. У меня сегодня 1,5 чайные ложки соли, 0,5 чайной ложки готовой приправы нежной карри, 0,5 чайной ложки сухих трав и 0,5 чайной ложки копченой паприки. Сюда же я добавляю 4 зубчика чеснока, вот так вот порезанного пластинками. Но если не любите, можете не добавлять. Ну и, конечно же, выкладываю овощи, которые мы обжаривали вместе с маслом. Залить это все нужно кипятком, потребуется 2 чашки. Все, накрываем крышкой. Если нету крышки, просто закройте фольгой и ставим в заранее разогретую духовку до 190 градусов примерно на 1 час. Ну а там уже смотрите по своей духовке. Вот такая красота у меня получилась. Булгур остается рассыпчатым и ничего не слипается. Я еще сделаю салат из свежих овощей и буду подавать к столу. Ну а если вам понравился рецептик, то обязательно готовьте, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще очень много вкусного.